возможность проведения для абитуриентов, поступающих на специальности, которые требуют наличия особых практических навыков, дополнительного вступительного испытания учреждения высшего образования. По некоторым специальностям может появиться, допустим, так называемое предварительно профессионально-психологическое собеседование. Ну, например, при поступлении на специальности требует наличия каких-то там управленческих или коммуникативных навыков. Там, мы немножко упорядочим систему льгот при поступлении. Ну, в частности, перечень лиц, имеющих преимущественно право на начисление при равной общей сумме баллов, будет дополнен следующими категориями, такие как граждане, прошедшие срочную военную службу и службу в резерве, инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет тоже получат при прочих равных, значит, такую льготу преимущественного права зачисления. Кроме этого, абитуриенты, которые имеют профессионально-техническое образование и стаж работы по избранному профилю, направлению образования, не менее 1,5 года на дату подачи документов в приемной комиссии учреждения высшего образования.